Сегодня Республиканская налоговая служба администрирует более 23 тысяч юридических лиц и 14 тысяч индивидуальных предпринимателей. В период с 2000 года должников стало меньше в 5 раз. Руководитель управления налоговой службы Карелии отмечает, что сегодня даже в условиях кризиса государственная казна стабильно пополняется народными повинностями. В работе, надо сказать, что служба сработала достаточно эффективно. Вы, наверное, слышали, что и доходы федерального бюджета, и консолидированных бюджетов от налоговых источников увеличились по сравнению с прошлым годом, даже скорректированные на инфляцию. То же самое практически происходит и в Республике Карелия. За 25 лет работы служба не раз меняла и расширяла свои обязанности. Налоговый кодекс обновляется чаще других документов страны. За период действия кодекса в него было внесено около 500 изменений. Сегодня налоговиков поздравляли действующие и будущие налогоплательщики. Кто на Новый год подарит, Дед Мороз вручит на слов, не таите, олигархи, государственный налог. Оберегают очаг госбюджета сегодня преимущественно женщины. Доля мужчин-налоговиков в коллективе не превышает 0,2. Накануне юбилея службы правительство Российской Федерации приняло решение объединить информационные системы налоговой и таможенной служб для более качественной работы.